За медали боролись 60 девушек со всего Поволжья. Ульяновскую область на соревнованиях представляли 5 человек, в их числе димитровградка Анна Васильева. Лучшее время она показала на дистанции 3000 метров. Я вообще не люблю короткие дистанции, потому что, не знаю, у меня больше идет длина. На коньках Аня стоит с 6 лет, но совершенствоваться еще есть в чем. Продолжать совершенствовать свою технику, оттачивать. Есть еще резервы и в общей физической подготовке, и в технической подготовке есть резервы. Вот над этим еще нужно работать. В марте Анна выезжает на первенство России, которое пройдет в Челябинске. Марина Антуганова, Виталий Немов. Наше время.